Всем добрый день, дорогие друзья, с вами Некрос, это Mortal Kombat 11. Сегодня мы вновь сыграем за Рэмбо, уже во втором турнирном стиле. Так, ну давайте против Шансунга, например, сыграем. На какой арене? Вот на этой. Грот дракона в уши. Значит, здесь уже, конечно, приемы у него будут другие. Например... Так, сейчас мы посмотрим диалоги. Сразишься со мной, тебе не уйти отсюда живым. Подумать только, у тебя яркое воображение. Не говори потом, что я тебя не предупреждал. Вниз, назад, два. У него есть автомат. При усилении автоматов уже два. Также вниз-назад 4, такая вот булава. Причем, если попасть усиленной булавой за битву, точнее, если попасть два раза булавой за битву, и третий раз будет усиленный, да, то будет крашинг. А, нет, подожди, не так. Если три раза попасть усиленным вот этим приемом, да, именно усиленным. А, три раза подряд даже, ничего себе. Слушай, так это сложно. Будет крашинг. И он не сработал, представляешь? Да, кстати, этот вперед 4, вот оверхед, который я сейчас сделал, им тоже, если два раза подряд попасть, крашинг будет. Вот, ага. Ну-ка. Так, еще раз. Давай. Вот. Да, это три раза подряд этим приемом попасть надо. Слушайте, это очень сложный крашинг на самом деле. Также у Рэмбо в этом стиле есть мина Клеймор. Значит, вот такая мина. Причем сам он тоже на нее попадается. И он может ее усилить и сделать невидимой, короче, ее. А, ну она, смотрите, она пропадает, если... Я так понял, она пропадает, если Рэмбо получил урон. Также есть подкат. Так, давайте посмотрим бруталку. Где тут бруталити? Бруталити называется «Заткнись». Время броска вперед. Нажимать три раза вперед. Ну, подожди, дай бруталку сделать. Против коллектора сыграем. Подкат, значит, у Рэмбо появился в этом стиле. Причем, после подката, если зажать кнопку назад, то Рэмбо сделает перекат назад после этого приема. Твой лук должно быть очень ценный. Да, но он не продается. Он будет моим человеком. Если этим подкатом попасть три раза, но не подряд, а за битву, вот этим локтем, да, вот еще раз, и вот третий раз будет крашинг. Так, вспоминаем, что по комбо. 2-2, 2-2-2, очень напоминает Эрмака, да. Назад 1-2, вот есть с оверхедом. Два оверхеда есть тут у него. Так, а подкат это же случайно не... Погодите, если подкат бьет по ногам, то вот это уже будет миксап. Вот и крашинг. Ага. Ну и этот, перекат назад, смотрите, оп, и он назад, видите, перекатывается. А после блока-то контратаковать его, получается, уже будет сложно. И вот так вот, раз. А, он не успевает, смотри-ка.
Или до... Хотя нет, он должен успевать. Не, не успевает, прикинь. Странно. А это как так? Ну-ка. Неужели это комбо не делается? Чё-то, смотрите, офигел совсем. А, я понял, почему не получается. Нужно зажимать кнопку назад, чтобы подкат быстрее выполнялся на более короткую дистанцию. Вот почему он не работает. Так, надо Фейтл посмотреть. Ну и фаталку. Так, фаталка. Назад, вперед, вниз, один. На дальней дистанции. Сейчас вообще легендарная битва будет, потому что Рэмбо против Терминатора. Так. То есть в этом стиле все равно, как и в первом стиле Рэмбо, присутствует зонинг вниз-назад 4, который бьет по средней линии. В будущем этим будут заниматься машины. Все человечество будет уничтожено. Твою ж мать. Так. Смотри, как отталкивает. Офигеть. Кулаки Ермака, надо было так назвать эту комбинацию. Так, а что есть еще? Вперед один. Вперед два, один, один. Последний удар Overhead. Но вместо этого Overhead можно сделать подкат, это будет уже миксапом, правильно? То есть Рэмбо может миксапить. Да, а пулемет у него вместо лука получается. А, еще кое-что. У Рэмбо есть... крашинг на броске, причем в Mortal Kombat появилась новая механика крашингов бросков. Активируется, если вы не прыгали и не оказывались в нокдауне в течение 10 секунд. Ну, сейчас я в нокдауне был только что. И снова в нокдауне. То есть, получается, мне нужно ждать. Так, Терминатор, погодь. Но это снова нокдаун, ну ты чё... Он специально это делает. Не, ну ты видишь? Ты видишь, что он творит? Он это делает специально. Подожди. Тогда надо ему комбинацию делать, я понял. А теперь иди сюда. Да ладно. Прикинь, он мне все испортил. Да ну. Это что? Слушай. Ну а как я этот крашинг сделал, если он мне мешает постоянно? А, вот, 10 секунд прошло. А, и там дальше комбинацию можно делать. То есть, прикинь, Рэмбо может выводить на комбо через крашинг. Походу. Потому что, видите, урона было мало, а Терминатор был оглушен. То есть, через захват выводить на комбо, это сильно. Это жестко. Ну-ка, сейчас оверхед. Раз, оверхед, сейчас второй. Бамс.
Ну-ка. Смотри, теперь он не подойдет вообще. А, и по самому Рэмбо тоже не попасть. Это и зонинг, и антизонинг получается. Так, а бруталка... Головная боль. Назад 3, захват. А у него в этом стиле такая комбинация-то есть? Назад 3, захват. Слушай, походу такой комбинации-то... А, это комбинация из другого стиля. В этом стиле этой комбинации нет. Тогда посмотрим фаталку. Вторую. Вниз, вперед, вниз 4. Так, ну-ка. Ну, перестань. Ну что ж, играем в Dead by Daylight. Ключик. Так, ключик нам поможет с улучшениями определять, где находится ман. И это либо Бубба, либо деревенщина. Карта Автохевен. Так, двое чинят генератор 1. Ага, там была порча. Ну, значит, сюда сейчас он придет. Скорее всего. Скорее всего. Очень может быть. Или нет? А почему... Почему я не слышу нападение мана? Его вообще не слышно. А вот, вот слышно. Ну-ка. О! Да не надо, не надо. Ой. Ну да, тут мне особо бежать было некуда. Надо было, наверное, все-таки попытаться в хижину забежать. Но уже ладно. Один генератор починили. Сейчас вот эти двое починят второй генератор. А вот этот вот, может, и не дочинит. Потому что к нему побежал деревенщина. Так, еще один генератор. Ну... Так, пока более-менее игра идет. Я совсем мало побегал от деревенщины. Давай, лечи меня, потому что он все равно занят. Сюда он, скорее всего, не пойдет. А, не. Идиот. Причем он за мной, я так понимаю, пойдет. Нет? Не, он за Мэг, скорее всего, побежит. Ладно, тогда я могу быстренько починить. А! Не, погоди. Сейчас я быстренько вылечусь. Прямо в отличные проверки, смотрите, реакции попадаю. А там... А, там чинят. А, и окошко есть. То есть можно, если что, от деревенщины убежать. Если он нападет. Ну тогда чиним. А он за кем-то бегает.
А, ну правда, тут дверь сейчас откроется. И прикинь, он сейчас прибежит в эту дверь. Это будет забавно. Так, спринт пока не тратим. Два генератора. Неплохо. Четыре игрока. Пока нормально. Ага, тотем. Два генератора очень близко друг к другу. Это непорядок. Этот генератор немножко починим. Чуть-чуть совсем. Совсем немножко. И палетка тут есть. Видимо, он не может догнать кого-то, да? Потому что сейчас будет еще один генератор. А, вот, вот только он удар сделал. Ну ладно, тогда... Тогда бежим к следующему генератору. А, у него прям они... Слушай, не-не-не-не-не, надо уходить. Надо, вот-вот-вот, да-да-да, отбежать, короче, он сейчас к этому пойдет, чуваку. Правильно? Нет? Ой, а это сейчас он меня уже будет. Не-н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 е. Давай не будем. О, давай, чини меня. А где же, интересно? Ой, ворота. Там, походу, да? Куда идти? Дорогу показывай. Показывай дорогу. А, вон, вижу. Чё? Это подвал. Так, по-моему, я никуда не ухожу. Ворота эти не открыть никак. Нормально. Жесть какая-то. Просто жесть. Разрушенный хлев, ферма Колдвинд. Так, добрый вечер. Поехали чинить. Ага, и тут уже идет кто-то. А-а-а.
Это ведьма. Я пошел. Я пошел. Ведьма, это неприятно. Хм. Ловушки будут. И кто знает, может быть, эти ловушки бесшумные, кстати. Давайте сразу пойдем в эту хижину, убедимся, что тут есть или нет тут ловушек. Вот так вот подойдем сюда. Вот так вот. Вот так вот. И все. Убедились, ловушек в хижине нет. Танатофобия. Значит, после обновления игры больше не замедляет лечение, но... Теперь эта способность мана еще больше замедляет все остальные действия. То есть лечение, да? Ой, лечение. Починку генераторов. Так что чинить генераторы теперь будет еще сложнее. Один генератор. Надо бы уже срочно второй. Ну, конечно, срочно не получится с танатофобией. А, погодите, она за кем-то гонится. Я понял, 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 понял. А, там еще это. Так. Нормально, нормально, успеваю. Успеваю, нормально. Вот это было делать не обязательно, конечно. Ныя. Она сюда идет. Где Ныя? Не обязательно было ловушку активировать. И панику нагонять. Так, погоди, а сняли... Сняли порчу, но при этом она еще вроде работает. Значит, порчу не сняли, получается. Да, значит, еще где-то тотем есть. Понятно. Так, а куда она идет? Почему я ее не вижу? Оу. Так. Ага, слышу. Слышу, как она там рычит. Иду, иду. Нормально все. А. Ну, вот это не обязательно было делать. А, нормально все, типа. Она сюда идет? Ой, сейчас кто-то получит. Кто тотем? Ловушки не срабатывают, если передвигаться сидя. Не знаю, успеем, не успеем. Наверное, нет. Скорее всего, она сейчас сюда пойдет. Но если сейчас починим генератор, это будет неплохо. А, пошла спасать. Ну ладно, нормально, нормально. Так, второй, наверное, в амбаре будем чинить. Ага. Окей. Так, за кем-то бегают. Но сейчас ловушек не боимся. Наоборот, мы сейчас должны эти ловушки снимать. Здесь починено все.
Ага. Окей. О, смотри. Правда, скорее всего, она сейчас сюда пойдет. Если это порча, та, о которой я думаю, то ведьма видит, где... Да, она видит, где я сейчас. Ну да, вот она бежит. Так. Тут ловушки нет. Сейчас посмотрим, куда она пойдет. Мы ее видим с помощью ключа на 32 метра. Спасать надо. Но у нее 100% слежка и наказание, потому что... О-о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 . Так, часы вроде сработали. Да. А вот это плохо, кстати. А вот это очень плохо. Это очень плохо, потому что... Не понял, а где она? Так, пусть Фэнгмин восстанавливается. Она не будет от нее отходить? А, она прям ждет. Ну так 60 секунд же ждать. Так, я зря тут ничего не делаю. Надо или чинить, или что-то. Ну, пока, кстати, бегает неплохо. Да и танатофобия работает не в полную силу, потому что ранен только один игрок. И подожди, она ее потеряла. Вон они бегают, вон они. О, все. Так, это она уже за мной бежит. Ага. Вот так вот, значит. Рисовать будет? Да, вижу, рисует. Она меня видела? Сейчас нет, не глупи, пожалуйста. Не глупи. Ага, не глупи, правильно. Да зачем? Так, я понял. О! Нифига себе. Так, покалечимся. Если будет барбекюшка, я в шкафчик. Шкафчик.
А, то есть тут была ловушка все-таки. О, все, появляется люк. Люк появляется. Тут люк. Пам, и люк. Чертеж. Где люк? Люк здесь? В смысле? А где люк-то? Так здесь же должен быть люк, алло. Или нет? Оу! А где люк-то? Дай пройти. А, вот люк. Здорово. Что-то я люка не увидел. Я понимаю, что он должен быть, но его нет. Так, а остальные что? Ой, а вот Ней, по-моему, не повезло. Все, ей бежать некуда. Так, второй. Фэнгмин. Будет... Что она будет делать? Открывать ворота? А люк, кстати, сейчас опять открываться не будет в хижине? Возможно, будет. А, нет, не будет. М-м. Видите этот... Наверху полосочка. Это отчет. То есть люк не откроется. Если ман закрыл люк... В любом случае он... Уже не откроется. Ну, Фэнгмин уходит. Ну, понятно, короче, да. Короче, Фэнгмин убежала. Так, что у ведьмы было? Пожирание надежды и погибель. Танатофобия и барбекю. Барбекю было. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.